субботу, 19 июля, состоится матч футбольной команды «Понтос» и футбольного клуба «КубГУ». Игра выездная, пройдет в Краснодаре на университетском поле. На следующий день, 20 июля, домашняя игра предстоит футбольному клубу «Анапа». На стадионе «Спартак» наши спортсмены встретятся с новороссийской командой «Черноморец-Д». Начало игры в 19 часов. В сезоне 2014 это не первый матч анапчан с соседями. Напомним, первая игра футбольного клуба «Анапа» в рамках открытого чемпионата Краснодарского края по футболу высшей лиги прошла именно с дублерами «Черноморца». Тогда она завершилась нашей победой. Несмотря на то, что соперник «Анапы» имеет на своем счету 7 забитых мячей к 31 пропущенному, недооценивать противников нельзя. Малейшая ошибка может стоить драгоценных очков. На данный момент футбольный клуб «Анапа» находится на 4-й позиции в турнирной таблице, уступая командам ГНС «Спартак» Краснодар, «Труд» Тихорецк и «Афипс» Афипская.